Типа мода GTA 5. Так, ну, в общем-то, это оригинальная игра, только добавлены персонажи из GTA 5. И все как в GTA 5. Миссия оригинальная из GTA 4. Так, видите, да, мини-карта из GTA 5. Вот. Персонаж, выйдем. Вот видите персонаж, да? Тот самый. Майкл. Так. Сядем в машину. Так, смотрим, что нового дальше добавили. Так. Тачки вроде из GTA 5. Да, точно из GTA 5. Потом. Так, музыку надо отключить, а то забанят за авторские права. Так. Сейчас, так. Аудио. Вот оно, так. Прибавим это. Поехали. Так, город вроде остался по-прежнему такой же. Добавили только новых персонажей. Может быть еще новую анимацию. Так, как видите, город по-прежнему такой же. Машины новые. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation. This is the mansion. Ну это начало игры. Just a temporary place. The mansion is coming. Так что ж. Недоработки есть. Так, типа спать. Говорить, типа засыпает там. Угу. Так, давайте же рассмотрим нашего персонажа. Очень похож, очень хорошая моделька. Как видите, игра не глючит, ни капли. Так, сейчас я даже попробую вот настройки. Так, надо сделать, чтобы поживее было. Не, контрастность не надо делать большую. Так, сейчас сделаю по умолчанию. Так, вот, насыщенность добавить. Так, видите, все почти высокое. Так, сейчас вот это высокое сделаем. Это высокое, это высокое, это высокое. Так, все, видите, да? Слышите музыку из GTA 5? Это очень радует. Так, ну что ж, давайте уж выйдем. Это что такое? Давайте попробуем стукнуться, как GTA 5.
Не получается. Так что ж, наш главный герой вылез из своей берлоги. Попробуем покушать нашим главным персонажем. Так. Так, пошлите в нормальный ресторан сходим. Так. Во. Welcome. Да, мне тройную картошку. Мне дали гамбургер. А как картошку гамбургер? Так, давайте же проверим, как он дерется. Так. Пошлите на улицу. Так, вот видите, да, гопника? Иди сюда. Так, ну, стиль борьбы очень похож. Так. Машины из GTA 5, как видите. Так, а вот это что-то не заменили. То ли не все машины из GTA 5. Так. Пошлите домой. Сохранимся. Так. Блин, запутался. Нет. А, во. Вот его. Кровать. Все, так, сохранились. Так, пошлите на этот, на воздух. Попробуем погонять на машине. Классной. Так, это неинтересно. О, я слышал русского. Погодите. Какой еще мазафака? Это что такое? Да так покататься-то нельзя? Блин, жалко. Ладно, что ж, поехали. Давай, чувак, до свидания. О, прикольно. Во. Этот вид. Крутой. Вот на таком можно делать мувики. Так, нам такой не нужен. Ой, чуть не врезался. Так, ну вот вроде бы и все. Больше ничего нового не добавили в игру. Давайте же попробуем переключиться в наш эпичный режим. Так. Notting Khan. Ага. Вот оно. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите. Что-то я навключал. А какого фига по нам стреляют? Что ж, надо бежать. Так, уп, вверх, так. Что у нас есть? А, типа браузер? Парашют? Так, чё у нас есть еще хорошего? Так. Выставил радар. Что ж, давайте посмотрим. Что у нас нового? Ух! Что ж, нас убили, только не по понятной причине. Так, мы возродились в нашей
больнице. Так. А тип? Так, это неинтересно. Так, чё, больше ничего нету, что ли? О! Вот он. Эпичный такой. Хождение эпичное. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас упаду. Чё-то тут я точно она включал. Она еще и читерская. Так, давайте-ка вниз. Чё мы забыли там? Ой, ребят, походу вот что-то вообще жуткое случилось. Так. Я не понял, что я тут нажал. А, во. Прикольно, да? Чувак, вернись в свое тело. Вот это же баг. Блин, да включал фигни. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. С вами был Синейтер, и это рубрика обзор модов.